концу мая в Польше могут отказаться от ношения масок на улице. Сроки озвучил министр здравоохранения Адам Недельский. Он предполагает, что это случится ближе к концу мая. Министр считает, что начало июня – это реальное время для снятия других ограничений. Он назвал предполагаемый порядок снятия ограничений в различных отраслях экономики. Так, возвращение к нормальности будет постепенным и региональным. Образование и восстановление в очной форме приоритетно. Первыми на учебу вернули школьники первых-третьих классов, а к концу летних каникул все остальные. Сфера услуг может рассчитывать, что откроется одна из первых. Парикмахерские салоны красоты, затем отдельно стоящие строительные магазины, а после отели. Последние в списке – гастрономия и фитнес. Недельский подчеркнул, что решение об открытии этих заведений будет принято не скоро. Министр также намекнул, что летние террасы могут быть открыты намного раньше, чем полное возобновление работы кафе и ресторанов. Напомним, гастрономическая сфера может работать только на вынос с конца прошлого года, и многие рестораны терпят большие убытки и находятся на грани банкротства.